Свадьба звездной пары состоялась в красивую дату 12.12.2012. Модель Оксана Самойлова уже 6 лет живет в браке с рэпером Джиганом. Свадьба у них состоялась 12 декабря 2012 года. У звездной пары подрастают три замечательные дочки, которыми они очень гордятся. Самойлова рассказала, что они с Джиганом вместе уже 9 лет. Раньше они жили в обычной однокомнатной квартире в пятиэтажке, где у них даже кровати не было. Спали они вместе на матрасе. Самойлова выразила надежду, что все их огонь, вода и медные трубы остались в прошлой жизни. «Я до сих пор помню, как 9 декабря 2012 года Джиган залетел домой и резко сообщил, что через 3 дня мы женимся, так как это последняя красивая дата на нашем веку. На следующий день побежал в ЗАГС и какими-то правдами и неправдами договорился на 12.12.12. Расписались, поужинали с родителями дома и так и живем. По-семейному и счастливо», — заявила модель. Какая история замечательная, как прекрасно подняться вместе. Счастья вам! Вы очень красивая пара. Всех благ вашей семье. Интересно, какое фото будет лет через 20? Счастье же не в том, где ты живешь, а с кем. Счастья, любви вам! Поздравляю! Пусть ваше состояние и счастье будет непоколебимо. Уже привыкла к вам как к родным, заявили в комментариях пользователи.